Aminmanki, grantning har bir bosqichlari juda shaffof va adolatli tarzda o'tkazildi va men bu uchun fond xodimlariga va tashkilotchilariga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni izhor qilaman. Taqdim etilgan imkoniyatdan unumli foydalangan holda Yevropaning eng oldi universitetlarida munosib o'qib va tamomlab yurtimiz rivojiga energetika sohasida o'z hissamni qo'shmoqchiman. Мен Ислам Каримов фонд тарапынан ташкил этилген 4-нчи конкурска катнаштым ва грант голубуга айландым. Яни автомобиль жолдорун куруш ва лойхалаш юнанчи бойынча Европанын алды давлатларында магистратура баскычын түгөтүп, Өзбекстандагы автомобиль жолдорун куруш сахасында бевосита өз системасын ровожланышка, өз системасын кошушка мақсат қылып қойдым ва шу фурсаттан пайдаланып Ислам Каримов фонды ташкилотчи ходимлари ва иш ходимларига шундай ёшларга яратган имконияти учун ўз миннатдорчилигимни билдираман. Конкурс был очень сложный, я ответственно подошла к каждому этапу и успешно прошла все экзамены. Я выбрала направление информационной службы и связи с общественностью для своей учебы на магистратуре за рубежом. Надеюсь, что моя учеба за рубежом пройдет отлично, и после возвращения в Узбекистан у меня получится внедрить полученные знания. Несмотря на жесткие требования и повышенные показатели, которые требуются от кандидатов, со второго раза мне все-таки удалось выиграть этот грант и стать счастливым обладателем такой возможности. На момент получения извещения о том, что я стал победителем, меня, конечно, переполняли эмоции. И от того, что у меня есть перспектива получить образование в одном из лучших университетов Европы по направлению автомобилестроения, и искренне верю, что, вернувшись в Узбекистан, я смогу вносить свой вклад в развитие автомобилестроения и этой сферы в общем.